Добро пожаловать на канал Joy Wire, с вами Джо. У нас не так много свободных отдохнувших бойцов осталось после недавней вылазки, так что придется пополнять отряд рандомами. Повесим на Кана повторительное оружие. Что ж, у нас на выбор три задания, и решение было принято. Отправляемся на восточное побережье США, для того, чтобы получить в виде награды разведданные. В бой отправятся Виноградов, Деверс, Лайт, Вольфецкий и Накана. Sky Ranger, Menace, ready to deploy. A trusted source in the Resistance has confirmed that a high-ranking Advent military officer will be moving through this area as part of a routine patrol. We have an opportunity here to completely disrupt Advent's command structure and delay their current operations. All we have to do is neutralize that officer. Операция «Дикий пес». Нам необходимо найти и уничтожить командира Адвента. Поехали! Menace 1-5, we're tracking the Advent General and his escorts, but we don't have an exact fix on their location. Sweep the area and eliminate the target along with any other hostiles that stand in your way. Начинаем с того, что отправим Лайта на разведку территории. Он отлично справляется со своей задачей и замечает один из патрулей противника. Остальные бойцы рассредотачиваются вокруг ангара. Лайт с помощью своего дрона может взломать охранную вышку и с шансом в 96% вернуть обратно бойцам все потраченные очки действия на этом ходу. Давайте попробуем как-нибудь эффективно применить такой бонус. Деверс забирается на крышу здания, откуда у него открывается отличный вид на патруль противника. Естественно, эту засаду отыгрывать он будет не один, поэтому к нему присоединяется Вольфецкий и Накана. Лайт с легкостью выполняет взлом охранной вышки, а это значит, что для наших бойцов наступает фаза атаки. Вольфецкий начинает с выстрела из гранатомета. Дима выполняет рискованный рывок вперед, чтобы взять противников с фланга. Он применяет свою способность руки молнии, которая не затрачивает очки действия на выстрел из пистолета. И критом гасит копейщика Адвента. Следующее критическое попадание приходится по вайперу, после чего противник остается с одной единицей здоровья. Накана совершает выпад по противнику, и даже с учетом уклонения, жертва оказывается повержена. Первый патруль снят. Бойцы продвигаются вперед и получают сообщение от центра о том, что в ближайшее время прибудет транспорт, который даст возможность командиру Адвента сбежать. Поэтому необходимо поторопиться. Лайт продвигается к точке эвакуации противника и замечает еще один патруль. Александр решает отсечь ненужные риски и применяет протокол блокировки на мека противника. Взлом оканчивается успехом, и мек отключается на ближайшие два хода.
Вольфецкий, используя гранатомет, наносит дрону разрыв в размере 1 единицы, чтобы дальнейшие атаки солдат нашего отряда уходили прямиком по здоровью противника, а не по его броне. Точный выстрел от Накана оставляет Мека с 1 единицей здоровья. А верный пистолет Деверса не оставляет противнику и шанса на выживание. Оставшийся противник убегает прочь, а у отряда остается все меньше времени. Продолжаем движение. Лайт у нас сегодня самый глазастый боец. Совершив еще один рывок, он замечает на пристани командира Адвента, которого по заданию нам необходимо уничтожить. К сожалению, позиция бойцов не представляет возможности к нападению, поэтому применяется наблюдение. Сбежавший солдат Адвента приводит подкрепление. А командир начинает удирать к точке эвакуации. Лайт взрывает укрытие чистильщика, что дает возможность соратникам провести дальнейшие атаки с бонусом с фланга. Несколько промахов с высоким шансом, и, к счастью, Виноградов доделывает начатое Лайтом. Чистильщик уничтожен. Наступает ход противника. Тащей берет под контроль Деверса. А командир продолжает свое движение к точке высадки. Его необходимо перехватить. Накана совершает выпад и вызволяет из-под контроля разума своего товарища. Деверс, придя в себя, уничтожает оставшегося солдата Адвента. Теперь наша единственная цель — это командир. И у нас остается всего 2 хода на его уничтожение. Бойцы, насколько это возможно, стягиваются к точке эвакуации. Ход противника подсказывает нам, что враг находится за стеной этого строения и в наблюдении ожидает нашего появления. Поэтому перед тем, как уничтожить стену с помощью гранат, бойцы начинают занимать позиции. Деверс забрасывает гранату, а газовый баллон, находящийся снаружи, своим взрывом помогает раскрыть позицию противника. Вольфецкий применяет способность командная работа и дает Деверсу еще один ход. Деверс не теряет свой шанс впустую и наносит противнику серьезное повреждение. Генерал остается с 2 единицами здоровья, а этого как раз достаточно для того, чтобы Лайт своим протоколом нападения закончил это грязное дело. Menace 1-5, kill confirmed. That's how it's done. Безупречное задание и отличная слаженная командная работа. Вот такие задания мне нравятся. Отправляемся в штаб. Fellow citizens, it is with deep regret that I must inform you that the criminals among us who would dare see our union fail have sunken so low as to attack a peaceful civilian under the employ of Advent. Remain vigilant and rest assured we will stop at nothing to prevent these grievous attacks. I can't imagine the aliens are too happy about this one, Commander. Hell of a job. Вернувшись в родную обитель, награждаем наших бойцов повышениями. Лайт получит протокол сканирования и пассивную способность дырокол. Накана получает перк мастера клинка. Виноградов получает дальнее наблюдение.
You have done an outstanding job leading the resistance, Commander. И возвращаемся к поискам. We are not all that dissimilar, Commander. We have both lost, and in turn caused great loss for others. I shed blood in my master's name, just as you send others to shed blood in yours. There is a fine line between honor and hypocrisy. Together, we have succeeded in our task. Саша и колдун тем временем завершают свое секретное задание, в результате которого мы получаем нового инженера в наш штаб, а колдун получает повышение. Отличная работа, бойцы! У меня есть предчувствие, что пришло время дать отпор избранной, поэтому следующим секретным заданием будет охота на избранного, часть 1. В это секретное задание отправится наш лучший снайпер Деверс в компании двух новичков Кензо Накана и Станислава Виноградова. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. А новый инженер займется расчисткой еще одного отсека. Commander. If we want to set back the aliens' work on the Avatar project, we should hit one of their facilities as soon as possible. Проект Аватар продолжает свое развитие, и нам необходимо как можно скорее установить контакт в Западной Азии. Расчистка одного из отсеков завершена, поэтому приступим к постройке станции связи с сопротивлением. Нам нельзя терять времени впустую. Commander, we've pushed our current power systems to the limit. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities for... Штаб начал упираться в кап по электроэнергии, поэтому улучшим отсек с реле питания. Это повысит максимальное значение на пару единиц. У нас уже есть в отряде несколько мастеров ближнего боя, поэтому колдун пройдет свое обучение по другому пути. И заодно получит улучшение для оружия. Our research was a success, Commander. Отлично, Тайган сообщает об окончании исследования оружия Гаусса. Это напрямую повысит эффективность наших гренадеров, снайперов и жнецов. У нас есть много отличных вариантов для исследований, вдохновение по листовой броне, шифрование пришельцев, пси-технологии, но также очень важно заняться вскрытиями противника, так как это откроет для нас большое количество новых возможностей. Knowing that my past surgical experience is limited, I am sure the crew appreciates that I hone my skills on fallen Advent forces before triaging our own wounded. To the uninitiated, the common Advent trooper is seemingly human. The aliens have disguised this most glaring divergence from the human form with a carefully designed helmet. The outcome of this research can only further our advances, Commander. Despite a thorough analysis, I have yet to discover what, if any, advantage the Advent hybrid soldiers' enormous eyes provide. Testing their visual acuity will no doubt prove difficult. Although similar in appearance to the psionic zombies we have encountered previously in our engagements with the aliens, all current indications are that these lost are the product of something else entirely. Prolonged exposure to the chemical agents first released in the earliest stages of the invasion seem to have turned these once innocent civilians into yet another form of the undead. И наведаемся на черный рынок. Продадим трупы убитых противников, оставив по одному для дальнейших вскрытий. А купим мы ускорение исследования пси-технологий. Это может привести к очень серьезному раскрытию потенциала бойцов отряда.
setting course for the Mexican Regional Tract. Продолжив обследование карты, приходит сообщение о том, что одно из убежищ сопротивления подверглось атаке. Всему виной избранный чародей, наводящий ужас на западную часть Европы. There will be no escape. No mercy for those who would defy my gods. Но перед тем, как врываться с миссии освобождения, используем заработанные нами материалы. Commander, I appreciate you recruiting new staff for the engineering team. But as it stands, we have people still waiting for an assignment. We can have them working on construction, excavation, or staffing a facility. My kind all possess clouded memories of the facility you know as the Black Site. It is the place of our birth, and the final march for those humans deceived by the Elders' false promises. In destroying it, we have done this world a great service. Just give the word and I'll get started, Commander. А потратим мы их на улучшение оружия. Their suffering is needless, but they have spurned the Elder's offers of peace for the last time. Отпор противнику мы окажем в следующей части моих похождений в мире XCOM. Спасибо вам большое за просмотр, обязательно ставьте лайки и пишите приятные комментарии под видео. Это помогает и мотивирует на создание подобных роликов. Подписывайтесь на канал, если вы здесь в первый раз и хотите видеть больше подобных видео в своей ленте. А с вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Пока!